Елка в каждый дом. Акция под таким названием традиционно в конце декабря охватила Люберцы. Представители общественной палаты поздравили с Новым годом многодетные семьи и вручили им подарки. Нас дедушка отправил к вам. Вот поручил елку достать. Говорит, я бы на сане поехал. А, наверное, застрял, снега-то нету. Острый, колючий. Дед Мороз приходит ко всем, кто хорошо себя вел, даже если не едут сани. В семье Макарцевых трое детей, и все они очень талантливы. Кирилл – спортсмен, Маша и Андрей – музыканты. Таких ребят главные зимние волшебники балуют, но детишкам нужно показать свои способности. Деда Мороза и Снегурочку хлебом не корми, дай поиграть. Со всей семьей Макарцевых волшебники водили хороводы, путешествовали в сказочном поезде. И за подаренные положительные эмоции, как и обещали, вручили подарки, которые в новом году пригодятся всем членам семьи. «Елка в каждый дом» – это акция про добро. По поручению главы городского округа Люберцы, по инициативе общественной палаты и при поддержке Люберецкого благочиния, планируется посетить около 30 многодетных семей, в том числе с детками-инвалидами и ветеранов Великой Отечественной войны. Мы просто посмотрели на наш список, у нас вот куда просто сердце легло, мы решили, что мы с этой семьи начнем. Елки и подарки в каждый люберецкий дом приносят уже 5 лет. Зимние чародеи выбирают разные семьи, чтобы подарить волшебную сказку большему количеству детей. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.